островок посреди пустоты. Как это мило. О, классно, я опять в блокмейзе. Эй, это кто? Это нас карлики? Нифига себе. Ну вообще, вы крутые, только ответьте мне на вопрос, кто вы такие. Не, они не похожи на карликов. Это что такое? Нифига себе. Эй. Больно же бы... Стоп. У меня ракеты в лоб пускают, нифига себе. Ну ладно, я опять в блокмезе. Ичеви костюм. Хотя я и так уже выдержу выстрел из гранатомета в лоб, так что мне на все пофиг. Так, позагодимся. Ой. Быстрей! Я хочу отправиться на поиски новых приключений. Хотя, как обычно, потому что мне ну и с Дагстаг не понравилось. Ладно, просветил единственный проход, хотя... Я хочу в дырку, я хочу в дырку! Не получится. Хотя, если меня разрыз на две части, может получится. Но никто мне не поможет в этом. Не видел здесь никакого мясника, и там хирург хотя бы. Ладно. Какой-то портал. Мне нечего делать. Так, осторожно. Отлично. Да, вход может быть фатальным. Только для... испытуемых. Я испытуемый, да. Оу! Что со мной? Что со мной? Блин, я уменьшусь в всех размерах. Фу ты. Что-то было с моими голосовыми связками. Ну да ладно, я уменьшусь, да. Ага, я такой же мелкий, как и они теперь. Как эти персонажи, которые там были. Ладно. Оп! Блин. Это что, канализация? О, нифига себе, кто-то тут ломик оставил. Только почему он уменьшился вместе с владельцем? Ну. Хотя это не для меня. Вопрос. Всем привет. О! Что это? Это что было? Это хиткап только еще больше меньших размеров, что ли? Более с меньших размеров, блин. А. Наверное, тычинка какая-то, ну, ладно. Ух ты, фонарь. Ой, не повезло, пах, не повезло. А! И мне тоже не повезло. Умрите! Умрите, я сказал! Да. Ненавижу эти личинки. Уже, хотя я их только первый раз видел, ладно. А, отлично, у меня патроны кончились. Банзай! Банзай, я сказал! Банзай! Отлично, все сдохли. Сам все, что они мне наносили больше боли, чем та ракета, которая мне летела в лоб в самом начале. О! Господи, саксофон, лежащий на столе, это что было? Ладно. Ох ты, дробовик. Ну хотя бы что-то. А. Ладно. Аптечки, да, я их тоже возьму. Все, я готов к бою. Хотя у меня есть 15 пока еще не трогаю, но я. У меня есть такое плохое предчувствие, что. Ну вы догадаетесь. Стоп, с кем вообще я говорю? Это ж мои мысли. Ну, давайте не об этом, а. Так, стоп, там кто-то есть. На тебе! И еще кто-то. На тебе! Опять это вечеринка. А куда они-то вообще все взялись, а? Ну ладно. Теперь сделаем это в стиле ниндзя. Умри, Фриман. Да не Фриман, я Фишерман. Идите в пятую точку. И что там у вас вместо пятой точки, если уменьшились в размерах так сильно? О! Куда всплыть? Отлично, я команду. На тебе, умри уже! Отлично. Теперь на моей репутации еще одно пятно, я убью одного спецназа из морских котиков. Я же просто профессор. Хотя... Хотя не профессор, а просто практикант, но... Ну, мне так приятнее называться, да. А, ладно. Пошли. Тут никого больше нету. Стоп, это... Одна из клактик блокмезы. О, классно, похоже на мою. Хотя тут они все одинаковые. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе! А вы что тут стейк, смотрите, включен, ах вы... Противно, а мне? А мне? А мне, посмотри, дадите, а? Ну все, они все готовы. О! Стоп. Отлично, чьи костюм, я тебе выдержу в лоб взрыв гранаты. Это... Это было... Даже не знаю, о-о-о! На тебе! Ой, извини, я в пах выстрелил, извини.
Ладно. Итак, что нам поделать? Дерьмовая гитара. У меня куча, да? Была. Ну, флаг США, как обычно. Мог бы убрать, что? Никто не заставляет его держать здесь. Интересно, интересно. Что тут показывает? Картинка застряла на одном месте. Это из-за чего? Ну, о, гранатомет! Нифига себе. Гранатомет. О! А, это была его башка оторвана. Стоп, а что он сделал-то? Камикадзе тупые. Ладно, тут есть лестница. Кто тут приделал лестницу, интересно? Я в доме... Не, стоп, это не прокатит. Ладно, надо идти дальше. Вертолет! Вертолет! А, вы уже поняли, что это вертолет. Хотя сам сам сказал. Я его сбил. Я герой. Один никакой не профессор, зайти меня просто Чак Фишерман. Ну и там, не знаю. Зайти меня просто Фишерман Норрис. О, да. Отлично, экспериментальная голосовая пушка. Хотя мне на нее вообще наплевать. Отлично. Я на книжной полке. Как это не депо? Еще не депо то, что я подбираю оружие с этой книжной полки. Да. Всегда могу рассказать друзьям, что я прыгнул из Достоевского. Только я знаю, где сейчас находятся мои друзья. Отлично. Теперь и отличная задачка для Индиана Джонса. Та-та-та-та! О! А! Отлично. О! О! Куда меня? Нифига себе. Отстань меня, головокружение. Я ничего не понимаю. Отлично, кажется, все сломалось. Крет, умри. Крет, умри. Подсечка, подсечка. Апперкот, хотя это не похоже на апперкот. О, все. Надо клима... Надо аклиматься, я сказал. Надо аклиматься. Стоп, это... Да почему тут столько хиткабов падает из вентиляции? Где тут ассенизаторы, кто там чистит эти вентиляционные трубы? На где же видеть, что и туалет чистит? Хотя я не знаю. Стоп! Это... Что это вообще? Тут уже вижу один труб. Не знаю, не знаю. Что делать? Куча лазеров. Как мне в них полететь, интересно? Уи! Реально жжет. Ау! Привет, я тебе встал. Не, ну они меня специально поджидают. О! Блин. Куда он опять полетел? А! Хватит меня уже... О! Бедняжка порвала его на куски. Сейчас то же самое случится со мной. Так что лучше не насмехаться над ним. А, слава богу, я поднялся наверх. А что теперь? И вниз опять спускаюсь, да. И в чем смысл, интересно? А! Так, я не понял конструкцию этой вещицы. Зачем тут лазеры? Зачем? Блин, я... Фух, слава богу, вниз опять спускаюсь. Блин. Так, наверху крыша, да? А вдруг я смогу пробить своего гранатомета, а? Тупые лазеры помешали мне выстрелить. Не в этом дело совсем, не в этом. Ладно. Все, я наготове опять, хотя я не знаю, что делать.
Ладно, пойду куда-нибудь другое место. А тут есть другое место. Вряд ли. Да, вряд ли. Отлично. Отлично. Почему я такой мелкий, честно? Я плачу горючими слезами. Опять я вниз спускаюсь. Ну, блин. Дерьмовая гравитация. Отключись хотя бы на пару секунд, честно. Это идиотизм. Вау! Вау, вентиляционная труба, то, что там и нужно. Все, я пошел. Так-так. Что тут у нас? Нифига себе! Огромный хит-кап, как он тут вымахал так. Эй, стоп, что это белое у него идет? Стоп, ну, похоже, конечно, на... Не, уж не буду говорить. Нифига себе, вы молодцы, микроновку запихнуть. Бедняжка. А теперь ешьте. Что не так? Отлично, ну я пошел. Надо, чтобы все не встретиться случайно. Ладно, если она готов к этой битве. О, хиткап! Я буду называть хиткапы, раз уж они называют их хиткапы, я тоже буду называть хиткапы. Вот такое странное чувство. Да. Оу! Задолбали. Ненавижу вас, магдапрыки. Хиткапы, магдап... Ну какая разница, в общем. Отлично, полоса препятствий. Раковина без воды, раковина с водой. Духовка. И, знаете, это как-то опасно на духовку встать. Включенную духовку, да. О, меня ранит. Черт. Что на меня ты так смотришь? О. Так что мне... Ну, спасите меня кто-нибудь. Ооо!